контактах. БСЗ я на хую видал. Ваше. Привет, ребята. Это Иж Юпитер 5. Белолобый. С эксклюзивной белой приборной панелью. Ну, она не белая, там слоновая кость туда-сюда. Ну, не черная, в общем. Холодный пока. Да. И зеркало у меня еще не сбито. Она просто не отрегулирована. Вот, кстати, на этом мотоцикле у меня 21-я звезда стоит. На всякий случай, а то будете спрашивать, какая звезда. На всех внедорожных на 16, на голубой планете стоит звезда по имени Солнце. На 19. С праздником, с днем мотоциклиста вас, кстати. Ну так, на всякий случай. Для меня это такой праздник, знаете, как День России. В День России СССР просрали, а в День мотоциклиста радуются только эти байкеры. А мотоциклисту обычному, такому как мне, радоваться нечем. Я катаюсь каждый день 365 дней в году. Поэтому, ну, чё мне этот День мотоциклиста? Что он означает? Память о погибших, ну, я чту светлую память о них. Вот этим люди отличаются. Мотоциклисты от байкеров. Ну, это мое мнение. Можете кинуть в меня конечно, отсутствие ключа спасет его от угона. Ну, смокинг. Без смокинга не входить. Видите? Это для Женьки. Значит, написали. Открытая почта, я ошибся.
А ваши сельсоветы, ребята, такие же? Или немножко другие? Поехали по деревне, проедемся. Это бывшая трасса, я уже рассказывал. Это вот трасса именно. Посмотрите, какой она ширины. Это была трасса Курск-Рыльск. А вот она, эта трасса, в общем. Скорее всего, здесь уже асфальт лежит и на обочине, потому что не видно обочины. Поэтому он такой широкий. Ветерок такой, сегодня не сильно жарко. Ветерок, можно сказать, холодный. Здесь такие полицейские такие внезапные. Сейчас дальше начнется места проживания цыган. Наверное, мы их там увидим. Конечно, вот по такой дороге на BMW ехать просто зашибешься. Будет этот весь пластик громыхать на ней. Самое классное вот на ежачке. Классно тут вообще. И улица широкая, и места хорошие. Смотрите, там в огородах такие вот заросли. Я вот эти полицейские только приветствую. Я все тоже там на каждых 10 метрах прилепил бы, потому что эти полупидорги, которым жарко, и они летят на речку, там просто они летят. Они по трассе ездят тише, чем у меня там мимо дома. В чем-то я не ложанулся. Так, сейчас мы тут выйдем. Это вот старая дорога кончилась, началась новая. Но мы никуда не спешим, постоим. Взлетная полоса. Пятую включил. 21-я звезда. Просто.
вообще не нагрелся. Какой-то мучнянский прилип на визор, прямо напротив зрачка моего правого глаза. Сейчас где-нибудь встанем, отлепим его. Такой этот дискомфорт уж испытываю по этому поводу. Телефон звонит, нихера себе.